Добрый день, с вами Лена Стрэндж. Сегодня у нас с вами обзор и тестирование двух больших пластинок XL. Перед тем, как начать видео, хочу вам напомнить, не забывайте подписываться на мой канал. Смотрите, по поводу этих пластинок. Первый раз я заказывала две пластины, это O и C. Они мне безумно нравятся, они очень классные, я с ними уже делала маникюр, еще буду делать. Второй раз я уже заказала в наборе. В наборе можно было выбрать 4 пластинки. Они вот реально, смотрите, насколько они большие. Я пленку даже не снимала, но она все равно там немножко отсвечивает в камеру. Я выбирала те пластины, которые мне понравились по рисункам. Для которых, у кого ноготки небольшие, смотрите, там есть пластиночки. Тоже в зеркальном отражении там рисунки, но они вот поменьше. И у этих пластин есть рисунки, например, не совсем большие. Вот эти две, здесь все рисунки большие, они огромные. А другие, которые я покажу в следующем видео, обязательно сниму еще обзор, там рисунки есть поменьше. Причем уже с одной из пластин я не держала, сделала маникюр, видео тоже есть. Смотрите, пластиночка М. И у меня подложки у них нет, я делала подложку сама. Видео, как сделать подложки, у меня тоже есть. Они немножечко погнулись при транспортировке. Ну как, они вот здесь чуть-чуть изогнуты, но я думаю, что они у меня отлежатся под тяжестью, все нормально будет. Но здесь мне понравились вообще абсолютно все рисунки. Единственное, что вот эти вот коровки вообще смотреть, ну, не вказывают никуда. А так рисунки очень классные. Цветочные мотивы здесь, вот здесь цветочки, линии красивые, здесь такая геометрия в виде ромбиков, не знаю, здесь прямо и абстракции есть, это вот как снежинки, звездочки напоминают, красивые рисунки, обязательно будем делать маникюры. И следующая пластинка — это У, здесь тоже потрясающие рисунки, но я выбирала рисунки под себя. Сейчас мы какие-нибудь рисунки попробуем с этих пластинок. Все уже пробовать не будем, а то видео получится очень длинное. Тяжело снимается пленочка. Тестирование решила разделить на два видео. Иначе это будет огромное видео просто, по-моему. И постараюсь все-таки не все рисунки попробовать, но у меня вот руки, если честно, чешутся. Все хочется попробовать, все самой посмотреть. Ну, здесь чудесные рисунки. Я вот смотрю на эту пластинку и понимаю, что здесь полет фантазии, как ее можно использовать. У меня уже такие мысли есть, что можно сделать с этой пластиночкой. И все, конечно, хочется попробовать. Для тестирования возьму свои миксы, которые я делала. Сюда я добавляла белый, он был такой сиреневый, добавила белый мудбрить. А сюда, здесь был такой светло-розовый, добавила розовый Эль Куразон. В результате нормальные, в принципе, лаки для стендинга получились. А для тестирования тем более вообще отличные. Не знаю, вообще гравировка везде на них хорошая. Пришли они довольно быстро. Все отслеживалось. Набор мне обошелся в 920, по-моему, рублей. Но все равно получается, даже если 920 рублей, 4 пластинки. Посмотрите, какое чудо. Одна пластинка стоит около 300 рублей. Выгоднее, конечно, брать 4. Сразу, но я понимаю, что, во-первых, не все хотят 4 иметь, тут достаточно, в принципе, взять какую-то одну или две, уже высохла, пока я вытирала штампик. Мы сейчас соседний этот сделаем, а потом я уже пластиночку буду протирать. Я просто себя уже ловлю на мысли о том, что я начинаю коллекционировать действительно пластинки. Когда вижу красивые, интересные узоры, не могу удержаться, покупаю.
не соответствует. Ну вот у меня сейчас получается 6. Из этих 6 мне они все нравятся, 6. Я думаю, что на этом количестве я точно пока остановлюсь. Вот на этих вот больших пластинах именно. Мне их пока надолго хватит по узорам делать. Посмотрите, какая прелесть. Я вообще думаю, вот этот вот узор и зеркальный, который еще один, наложить друг на друга. Я думаю, это будет вообще отлично. Посмотрите отпечатки. Но у меня уже столько мыслей, что можно сделать с этими пластинами. Гравировка здесь отличная. Я вообще читала, что это реплика каких-то известных пластин. Ну, у этих известных пластин нет продолжения. То есть там на какой-то букве они заканчиваются. А вот не знаю, кто производитель этих пластин, но они продаются у Каца и у всех продавцов, кто продает Кац. И, соответственно, они пошли дальше. Они дальше буквы сделали. Но это здорово. Пластина, конечно, чудесная. И главное, там выбрать можно на те рисунки, которые вы хотите. Посмотрите. Очень классно. Не знаю, мне кажется, давайте вот этот сделаем. Классные пластины. Единственное, что, если честно, может быть, у вас идея появится, я понятия не имею, как их хранить. У меня, например, нет кейсика такого большого. Я бы с удовольствием кейсик бы для них приобрела, но найти не могу. То есть максимум, который кейсик я видела по размерам, это вот для таких пластин, которые, по-моему, 14,5, они на 9,5 идут. Ну, даже вот у Кикинсиси есть такие вот кейсики. И, кстати, надо заказать там кейсики себе. Сейчас заказ придет от Кикинсиси, сделаю еще заказ у них. Может быть, у вас какая-то идея, или, может быть, кейсики такие видели. Я уже думала, как самой кейсик сделать. Мыслей ноль. Это же должно быть и удобно, и красиво. Это, мне кажется, сложнее вообще всего. Ну, посмотрите, не знаю, гравировка здесь просто потрясающая. Все с этой пластиной работает. Все отлично. Давайте мы еще вот этот рисуночек сделаем. Ну и коровки сейчас сделаем. Коровки надо сделать. Я когда смотрела на сайте продавца эти пластины, я же там долго выбирала, что я хочу. Так я смотрю коровки. Сначала не поняла. Нет, не может быть там коровки. Вроде цветочные здесь везде темы. Какие коровки? Потом пригляделась, да, действительно, корова. У меня, кстати, по-моему, Кикинсиси там есть. Надпись «Люблю молоко». Ну, тут как раз их совместить будет идеальный вариант маникюра в молочную тему. Но гравировка супер. Я думаю, с этими пластинами вообще все ясно и понятно. И очищаются они замечательно. Потому что вот я недавно тестировала пластинки, и там пластина у него попалась GQA. Она там настолько тонкая гравировка. Во-первых, она плохо пропечатывает. Во-вторых, я ее тереть до сих пор не могу нормально. Здесь все отлично. Качество пластин на высоте.
Вообще советую вот такие пластины. Хотя бы одну себе купите такую пластину. C очень классная пластина. С ней маникюры можно французский в стиле делать, французские маникюры. И Алла Лунный мы с ней делали маникюр. И рисунки там такие все утонченные на все, мне кажется, случаи жизни. А вот такие уже пластинки, ну, возьмите потом, там, не знаю, когда вам там это есть. Все, смотрите, вот эта пластиночка M. Еще раз вам ее покажу, она потрясающая просто. Следующая пластинка, это пластиночка у нас U. Вот. Ну, здесь тоже все рисунки классные. Очень, я бы сказала, классно. Мне кажется, самое сложное с этих пластиночек пленку снять. Смотрите, какая классная пластина. Она вообще обалденная. Мы сейчас эти бабочки сделаем с помощью градиента. Прям попробуем, как это будет смотреться. Мне прям... Ну, здесь я чуть-чуть заляпала. Посмотрите, как красиво можно градиент сделать. Это будет здорово смотреться на ногтях. Так, хочу попробовать вот эти рисуночки. Ой, здесь, кстати, зебра. Сначала непонятно, но это зебра. Мы сейчас ее сделаем, вам покажу. Зебру эту. Ну вот, что там тема такая животное была на той пластинке, что здесь зебра. Посмотрите, так классно. Причем смотрите, рисунки то довольно таки большие, даже для большого пальца. Вот эти вот рисуночки, за счет того, что они такие большие, они прямо вот на весь ноготь поместятся. Даже вот у меня, несмотря на то, что длинные, у меня поместится. То есть не обязательно использовать только специфично на лунные маникюры или на французские маникюры. Нет, их на весь ноготь поместить легко можно. Причем будет очень красиво смотреться. Вообще... Я вот смотрю, у меня такое впечатление, как будто здесь царапины есть. Сейчас посмотрим, на рисунке это отразится. Нет. Смотрите, на рисунке не отражается. Ну да, она чуть-чуть там есть, конечно, такие вот царапины на пластинке. Но не сказать, что такие прям критичные, что нельзя с ней работать, нет. Просто когда будете скребочком проводить, можете там чуть-чуть задеть. Ну, у меня просто скребочек такой тоже тоненький у меня. Немножко, конечно, царапины есть. Хотя они все в пленке были. Но царапины все-таки есть. Ну что, я даже не знаю, что бы сделать. Все хочу сделать. Давайте вот этот рисунок. Смотрите, классно. Тут наружу не отпечатается. А нет, отпечатался. Соседний рисунок. Не успел еще для стемпинга высохнуть. Отпечатался. Сейчас вам покажу вот этот рисунок. У меня есть уже идея, как его расположить. Что его можно расположить не только вертикально, а и горизонтально тоже. И будет очень круто смотреться. Даже давайте я его отпечатаю. У меня здесь типсы есть.
смотрите, как можно расположить. То есть можно расположить его вертикально, как он здесь он нарисован. Можно сделать горизонтальное его расположение, тоже будет классно. Вот этот рисунок какой-то прям. Линии такие все интересные. Такая прям абстракция хорошая. Ну все, ждите маникюров с ней. Я обязательно буду что-то новое интересное придумывать. Посмотрите. Это очень здорово должно смотреться на гель-лаке. Особенно если гель-лак красивый. Вот я там набрала себе шиммерных, чтобы открыть гель-лак. Сделаем обязательно. Так, хочу звездочки еще попробовать. Или скребочек, он у меня уже давно подиспортился. Посмотрите. Так, тут даже бантики, смотрите, вообще. Ну, пластины. Вот такую пластину, вот такого формата советую заказать однозначно. Просто смотрите. У них гравировка потрясающая. Кстати, лаки для стемпинга, кажется, очень даже неплохие. Там есть цвета разочарования, и надо все равно их пробовать. Не скажу, что они прям очень бюджетные, но они хорошие. У меня вот из всех, которые у меня стоит 12 штук. Только один ужасный был. Ну, кстати, как-то давно я серебро тоже пробовала. Я его сестренке подарила. Серебро у них тоже хорошее. Смотрите, какой рисунок. Серебро я как-то пробовала. Черного и белого никогда не заказывала. Но я не думаю, что черное и белое у них плохой. По крайней мере, я отзыв, когда читала о цветах о Кате, у меня ничего плохого о них как бы не слышала. Лично мое разочарование — это желтый. Ну и желтый, извините меня, у Николь Дарри. Вот что. Желтый, плюс вы мне сами написали, что и в Бонбрите желтый такой же. Так что, в принципе, по цене, конечно, выходит Кац выгоднее брать. Не Кац, а Николь Дарри брать выгоднее. Ну как, по цене было выгоднее брать. Сейчас у них опять платная доставка, и повысилась чуть цена на лаки для стемпинга. Если у них это останется платная доставка, то не выгоднее брать. Причем, как показал, у меня вообще никогда с продавцом Николь Дарри проблем не было. Но тут и мне пришла ужасная посылка. К штампику скребочки не доложили. Золотой лак для стемпинга вообще не положили, розовый пришел непонятный. Но по поводу, кстати, розового уже спор закрылся. Мне вернут половину стоимости. Алиэкспресс закрыл спор. А по поводу золотого, продавец просит закрыть спор и говорит, вышлет мне бесплатно. Ну как бесплатно, если я за него уже, в принципе, заплатил? Уже мне его не прислал. Классный рисунок. Напишите мне, вы, может, у вас была такая ситуация по поводу продавца. Если я сейчас закрою спор, я потом смогу открыть спор, если он мне все-таки не пришлет этот лак для стемпинга. Я просто боюсь, что он еще идти будет месяца два. И к тому времени, наверное, уже от Мунда Думанус посылка придет. А я там брала золото, но у них такой цвет есть, светлое золото. Я там такой взяла. Тоже классный рисунок. Кстати, вот в этой пластиночке, кто вот занимается реверсивным стемпингом, здесь рисунки прямо для этого очень даже подходят. Давайте сердечки сделаем.
Кажется, мы уже почти все рисунки сами сделали. Но пластина, она сама такая по себе. Очень классно. Да, вот здесь вот какие-то вкрапления есть. Очень острая пластина. Даже с тем, что я ее обклеила. Надо еще будет пройтись тут. Я даже сейчас палец себе чуть-чуть порезала. Давайте возьму какой-нибудь другой скребочек. Ну, сейчас проверим. Да, хорошо получается. Ну, вот это вот частей, конечно, видно не будет, соответственно, хорошо получится. Так что вот этот скребочек можно для безопасности своей использовать. Ну, я думаю, мы на этом тестирование пластины закончим. Ну что, напомню, что у нас сегодня с вами в тестировании были пластины U и M. Они очень классные. Вот берите, не пожалеете. Просто выберите те рисунки, которые для вас подойдут. Гравировка отличная. Но доставка тоже, в принципе, нормальная. Вот первые две пластины мне пришел день. Немного был погнут уголочек, но когда я вот их обклеила, уже как бы все нормально с ним. Вот эти пластины замечательные. Я вам их очень советую, прямо от души. И качество отличное. Маникюр с ней можно множество сделать. Не хотите брать 4, возьмите одну. Кстати, C очень классная пластина. О, отличная пластина. Вот эти вот U и M тоже прекрасные пластины. Я надеюсь, мой видеообзор был для вас полезен и интересен. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Комментируйте мои видео. До новых встреч!